Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Меня зовут Катя. Сегодня конец месяца. Снимаю видео о пустых банках. Решила снимать почаще, чтобы не набиралось много. И традиционно покажу, что на что заменила. Если вам интересна эта тема, и особенно тоже тема японской косметики, оставайтесь со мной. Давайте начнем с витаминов. Вот закончился у меня такой коллаген. Я брала эту большую пачку Асахи. Из сухих коллагенов, которые нужно разводить в воде, мне этот понравился, потому что его довольно-таки легко пить. Он напоминает чем-то сухие сливки и такой тоже сладковатый немного по вкусу, но не приторный, не какой-то противный. Пила утром сначала стакан воды, потом коллаген, ну и потом через какое-то время завтрак. Вот здесь мы видим из того, что можно понять, что еще витамин С в составе. Q10 тоже очень хорошо, говорят, что от усталости, и особенно после 40, как и сам коллаген после 40. И вообще мне нравятся больше желейные формы, но там обычно, например, на этом сайте они на месяц упаковка, и она где-то около 500 грамм весит, 400-500, и это очень невыгодно в плане пересылки. Но я решила попробовать такой совершенно новый продукт, сейчас покажу. Только начала, еще какой-то отзыв конкретный не могу оставить, но само описание очень заинтриговало. Это для поддержки увлажнения, усиления эффекта от косметического ухода. Этот нутрицептик использует совершенно новый таргетный подход, который значительно усиливает мощность всасывания в желудочно-кишечном тракте. Коллагеновый трипептид упакован в жидкие липосомы, сходные по структуре с клеточными мембранами человека. Конечно, это, наверное, только какой-то специалист может понять вот этот вот именно про трипептид, который упакован в жидкие липосомы, но вот интересно. И это как раз такой коллаген, здесь тоже норма на месяц, именно для тех, кто вот ухаживает за кожей и хочет поддержку изнутри. Мне кажется, что эта часть тоже очень важна. Не только уходовая косметика, но и стараться, ну, сколько получается, придерживаться хорошего питания, может быть, немножко муку, сахар ограничивать, и, конечно, какие-то тоже вот такие нутрицептики принимать. В общем, интересно, когда закончу вот эту дозу, они вот так выглядят, он жидкий. Я вообще его утром сейчас пока что не принимаю, принимаю перед сном, потому что написано, что можно в любое время суток, ничего страшного, так я уже просто утром не всегда успеваю перед завтраком выждать нужный момент, а вечером уже не ем сколько-то часов до сна и выпиваю, потом поделюсь своим мнением. Еще закончились вот такие витаминки, тоже конфетки, как я их называю, это как бы конфетки, но с каким-то хорошим эффектом, это с лютеином для поддержки глаз. У меня после ковида очень как-то именно один глаз все время воспалялся, линзы практически вообще не могу носить, только в редкие какие-то случаи, ну и брала вот такие конфетки. Не могу сказать ничего, что вот что-то стало лучше. Да, в последнее время глаз не воспалялся, но, может, потом возьму какие-то посерьезнее тоже из такой серии, чтобы вот с лютеином были. И вообще, ну, как-то я думаю, что тоже для поддержки глаз можно такое брать. Так, еще по витаминам. Такой закончился сквален, то есть мы пили его всю зиму. Я и дочка, она поменьше дозу. Я тоже, по-моему, не полную дозу пила, а так часть. Но я верю в то, что где-то я прочитала, что это тоже как бы омега-2 считается вроде бы как, что это хорошо влияет на сердце, тоже у кого повышенный холестерол тоже помогает, и вообще на иммунную систему. У меня как-то давно, я помню какую-то зиму, вот я его пила и совсем-совсем не болела, и у меня вот с тех времен такие закрепились нейронные связи, пьешь сквален, не болеешь. И также мы пили тоже в этом году, я очень доверяю японским витаминам. И закончила еще тоже такие женские витамины. Здесь вот как раз был такой пакетик, доза рассчитана на женщин после 40 лет. Тут тоже вот Q10 был, из того, что понятно, B, C. Ну, я не знаю, я пила, верила в то, что мне это помогает, что это хорошо. Но пока что повторять не буду, потому что взяла, сейчас покажу,
Вот такие таблеточки спирулины. Здесь их очень много, но они такие легко усваиваемые, потому что я помню, какие-то водоросли пила, и у меня очень неприятно, они плохо усваивались, и я забросила это дело. А здесь их нужно выпивать минимум от 5 таблеточек и максимум 40. Ну, я выпиваю, как получается, в день 20-30, наверное. И вообще рекомендуют вот кому в Японии спирулину, кто как-то плохо однообразно питается, если дефицит белка, спортсменам, вегетарианцам, потому что там очень, очень хороший, богатый состав. И сейчас покажу, как они выглядят. Такие маленькие, хорошенькие. Зелененькие таблеточки. Я говорю, что усваиваются легко, и мне показалось, вот такой очевидный эффект очень хорошо влияет тоже на желудочно-кишечный тракт, очень восстанавливают работу. В общем, пока что я много не пью, пью вот это и коллаген. Я люблю как бы все эти дела, я бы, наверное, пила еще чего-то больше. Есть у меня еще такие японские тоже энзимы неплохие. И сейчас покажу еще, но это тоже я не каждый раз пью, вот такой коллаген с протеином. Но тут минимальные дозы, тут тоже, кстати, вот железо есть, там всякие аминокислоты, но это не каждый день перед физической какой-то активностью. И я думаю, что после 40 все равно должна быть какая-то поддержка. Конечно, я вижу, женщины некоторые прям горстями пьют. Но я думаю, это когда перебор, если без врача, тоже как-то не очень. Поэтому пью такое, то, что вот рекомендуют после 40. С витаминами вроде бы все. Так, дальше. Вот это только без наклейки. Это лосьон от Hada Labo для лифтинга. Но я думаю, что он больше для сухой кожи. Он у меня был в запасах. Я попробовала его для лица. Вот есть и лосьон тоже, и кремика остатки. Я для лица попробовала, мне было тяжеловато, хотя отзывов, у кого сухая кожа, читала много очень хороших. И у меня пошел на тело. На тело просто прекрасно. Мне очень нравится для кожи. И это получается, они там, по-моему, бывают около 10 евро стоят. И сам лосьон тоже, этот кремик такой. И неплохой вариант, как мне кажется, для тела тоже, если вот, допустим, не подошел для лица. Там тоже хороший состав. И вообще Hada Labo из таких бюджетных каких-то брендов очень достойный, на мой взгляд. У кого сухая кожа для лица, думаю, что оценили бы, понравилось. А так, для тела мне тоже понравился. Он такой был, этот лосьон, вот здесь даже видно, не жидкий, как водичка, а такой густоватый, немножко вязкий, может быть, но по телу распределялся хорошо. Иногда мне достаточно было его, иногда наносила крем сверху. Вот в такое переходное прохладное время, когда закончилось отопление, очень классно, мне подошел для тела, хотя многие хвалят для лица. Ну и закончились у меня всякие тут мои остатки от вот этой линейки от Dior. Я делала отдельное видео, что на меня эта линейка, ой, не произвела большого впечатления. Это была маска-минутка, довольно-таки дорогая, с кислотой. Она была приятная, если нужно вот было быстро, и если ее делать регулярно, вот 3 раза в неделю, ну да, приятная, хорошая штука, но, честно говоря, я нашла для себя менее дорогую вот эту альтернативу, профессиональный пилинг от Рэй японский, и мне какие-то такие вещи нравятся больше. Это тоже, как мы говорили в комментариях со зрительницами, что это такое эстетическое удовольствие, вот, что ты используешь люкс в уходе, но это не лучшие средства, скажем так. Был вот этот тоже крем для век. На зиму он мне, в общем-то, нравился, но тоже, ну, не идеальный. Хороший. Не могу сказать ничего плохого, но дорого. Сейчас у меня, вот я показывала тоже в шотсах, такое средство для век. Это сыворотка, но на полноценное можно не использовать крем. Пока что в теплое время года меня устраивает, мне все нравится. И она делает, кто вот не смотрел, если шотс, она делает такой массажик. Сначала берется сколько-то там крема, геля наносится. И потом, когда берешь вот здесь, она начинает вот вибрировать, жужжать и делает массаж. И, конечно, эта часть прохладная, и это очень приятно, если есть какие-то припухлости с утра, то такой хороший вид векам придает.
Так, эти закончились вещи. И закончилось, я просто его уже, ну, использовала, потому что надо было. Мне жалко было потраченных денег. Вот такое масло тоже вот для снятия макияжа Dior. Ну, тоже думаю, что, наверное, для сухой кожи бы подошло. Мне забивало поры. И, в общем, я его уже просто, говорю, добивала как могла, потому что было жалко потраченных денег, но никому бы не рекомендовала. Даже и сухой кожи бы не рекомендовала, потому что можно купить в несколько раз дешевле хорошие либо корейские, либо японские средства. У меня есть тот же, сейчас покажу, такая travel-версия. Я покупала на пробу вот от Clinique бальзам. Даже он гораздо лучше, он так не забивает поры, неплохо справляется с очищением макияжа. Говорю, что есть варианты менее дорогие и более достойные. Но это, скажем так, мое субъективное мнение. Закончился тоже, закончилось гидрофильное масло от Guerlain. Оно очень пахло медом. Кто любит такой аромат? Она тоже была такой жидкой структуры, макияж снимала хорошо, глаза как-то не замыливала, скажем так, как, ну, некоторые гидрофильные масла. Но я его получила в подарок, когда покупала каких-то тоже две, по-моему, вот этот крем для век, и что-то я еще покупала, и получила его в подарок на Сефоре. Так оно стоит, по-моему, в районе 60 евро, и, конечно же, я бы по своей воле такой дорогой продукт бы не повторяла. Заменила вот сейчас на эту серию от Herborian. Мне нравится. У нее тоже есть такой ярко выраженный аромат и у масла, и у пенки. Но как очищает, какая кожа мягкая, приятно. Я тоже покупала со скидкой. Ну, как бы здесь, по-моему, 200 мл. Или 150 даже, а здесь 180. Так что, ну, люкс, да. Это, наверное, просто для какого-то эстетического удовольствия, но не факт, что это будет очень что-то супер хорошее. А, и тоже еще вот из Dior гель для умывания. Очень нежный, очень приятный такой для утреннего умывания. Но если как-то вот проблема с жирной кожей, хочется очистить поры, то это, конечно, нет. Это тоже, опять же, для такой, может, сухой, нормальной кожи. С очищением пор он не справляется. Еще одна пенка закончилась. Я сейчас пенку не принесла из ванны показать. У меня тоже японские, такие обе бюджетные. Одна семейная версия от Zuma. Я потом сделаю отдельное видео тоже про косметику эту недорогую, но очень приятную, которая меня приятно удивила. И еще другая тоже супер бюджетная японская пенка, которая идеальная по своим функциям, но не идеальная по аромату. Вот, а закончилось вот это Bijou de Mer, ну, это, наверное, такое ближе к люксу, я думаю, японскому. Она была приятная, очень долго как-то она у меня была, совсем мало нужно было, когда ее использовала, но у нее такой был минус небольшой, она все время так чуть-чуть как бы подвытекала, и вот здесь так было все время, ну, такое некоторое неудобство создавалось, но это мелочь. Кожу она мне не пересушивала, очищала хорошо. Обычно она у меня была утренняя такая, как утреннее такое умывание. В общем-то, я из этой марки уже попробовала крем для век, средство для губ. Сейчас у меня тоже, кстати, мне прислали... Где-то мне прислали, куда я их положила. Несколько тоже таких от Левантиков из Милон Панды, тоже этой марки. Это крем, эмульсия и еще для век крем. Вот мне захотелось еще попробовать что-то от этой марки, поскольку средства не бюджетные. На Милон Панде всегда вот так можно попросить. Пожалуйста, пришлите пробник чего-то. Если у них нет такого упакованного, то они в такой баночке присылают, и я очень им за это благодарна. В общем, резюмирую, средство понравилось. Закончился такое мыло для интимной гигиены. Я много раз его показывала, рассказывала, что там очень хороший состав. Отзывы разные, кому-то супер подходит, кому-то нет, но это так лично, индивидуально. Мы с дочкой из тех, кому хорошо подошло, но мы уже несколько раз его брали, и сейчас решили взять что-то новенькое.
Вот такой гель для интимного умывания, тоже с медом, увлажняющий, и тоже такое молочко, тоже как бы можно использовать и для интимной зоны, и для тела, тоже с медом. Очень приятные ароматы, как всегда, очень нежные, ой, структуры. Закончилась вот такая маска, это мы уже тоже повторяли. Очень хороший бюджетный вариант для очистки пор, Хана Джируша. Но захотелось уже чего-то другого, и мне, и дочке. Ее, кстати, что у нее какое преимущество, ее можно было и смывать просто, она такая зелененькая. Здесь тут что-то, остатки какие-то остались. Вот такая была. Можно было и смывать, и скатывать аккуратно, если не чувствительная кожа, тогда еще лучше такой был эффект очищения. Хороший бюджетный вариант, правда, я ее, может быть, когда-нибудь снова повторю, но пока что мы взяли, ой, вот такую японскую профессиональную чиполаж, тут огромный просто объем, 270 грамм, и она, как мне показалось, может чуть такая более мягкая, там вообще на этом сайте тоже на Панде представлена вот эта серия чиполаж, по-моему, 4 маски, вот очищающие, и там еще разные тоже с интересными эффектами. Мне нравится это для очищения. Это первые такие впечатления. Мы, сколько я, пару раз делала. Приятное. Хорошо очищает и не пересушивает. Хотя, конечно, всегда наносим уход. Закончилась вот такая у меня малютка от Биодермы. И я вообще была довольна ей очень. Я и дочка. И взяли тоже со скидкой такую же большую. Честно скажу, и макияж снимаем, и, наверное, это не очень бюджетно, но я не хотела отдельно покупать, и белые кеды чистим, тоже отлично, отличное средство. Так, что еще? Ага, спонж от Кико разочаровал, это он у меня за неделю таким стал, не рекомендую, вот весь разрывался буквально за неделю. По-моему, 10 дней не прошло, наносил приятно, но быстро вышел из строя. Вот эта масочка, одну такую использовала, у меня вся линейка сейчас вот с витамином С, она в ней, ее можно использовать вне зависимости от возраста, и я, и дочка используем на теплое время, мне очень нравится, можно и тоже для массажей, где мой гель, наверное, дочка утащила, а нет, вот он, и гель тоже такой вместо крема сейчас, супер увлажняющий, очень приятный, и маска увлажняет хорошо, я, правда, ее не брала, там как-то не держала в холодильнике, но мне понравился эффект, приятная. Так, крем для рук закончился, я тогда вот как-то была вдохновлена этой маркой, очень хотела попробовать мыло, но мыло дорогое, и вот эти кремы были со скидкой. Ну, они приятные, но такое, как чувство пленочки на руке остается. Аромат утонченный, но это, скажем так, не супер какие-то кремы, чтобы платить за них большие деньги, поэтому я бы не повторяла. Приятный, да, но есть, за, на мой взгляд, за более какие-то нормальные деньги тоже хорошие кремы для рук. Так, и что тут еще? Так, это я использовала крем для век, пока ждала свой на замену, тоже японский, это, боже мой, как же эта марка, ES301, по-моему, называется, да, приятный тоже такой, он структуры такой неплотный, а, наверное, больше на лосьон какой-то похож, увлажняет хорошо, ну, это то, что я поняла, использовав пробник, закончился travel-версия, вот этого волумайзера для губ от Too Faced. Вообще не понравился плампер. Делает губы такими красными, какими-то некрасивыми, ужасно жгет. Ну, не мой продукт. Мне, я говорила, что больше нравится Dior. И закончилась пудра от Charlotte Tilbury. Сейчас покажу. Остались остатки, я ее пере... Так. Пересыпала, а там был по краю, вставлю фотографию, сколько там ее оставалось, буквально чуть-чуть совсем,
И в дороге, в путешествии эти остатки, конечно, разбились. И вот они сюда у меня пошли вместо Лоры Мерсье. И поэтому это средство, наверное, опять будет нескончаемое. Вот такие пустые банки. Спасибо, что досмотрели до конца. Если нужны какие-то ссылки на японские продукты, пишите в комментариях. Спасибо большое. До новых встреч. Пока-пока.